Донбасс – это родина моей мамы. Мой дед жил в Донбассе, родилась мама там, в Луганской области, двое ее братьев. И сам Денис Майданов только что оттуда. Побывал в Луганске, Донецке, Счастье, Волновахе. Своими глазами увидел проявление нацизма. В рамках гуманитарной миссии депутатов Госдумы партии «Единая Россия» заслуженный артист выступил на благотворительных концертах перед бойцами и жителями народных республик. Поэтому отдельно на отчете Денис Майданов обратился к присутствующим. Присутствующий в зале молодежи. К сожалению, история сейчас вам показывает опять, что такое нацизм в действии. И вы те люди, которые снова будут хранить память об этом моменте истории. И я хочу, чтобы именно вы своими сердцами, душами ковали вот эту, во-первых, память. Денис Майданов был избран депутатом Госдумы в сентябре прошлого года в рамках предвыборной кампании в 122-м избирательном округе, куда входит и наш муниципалитет, было собрано несколько тысяч инициатив жителей. Их распределили по уровням: первоочередной, региональный и муниципальный. Есть наказы очень большие, которые требуют очень больших денег, а где-то наказ требует просто самоотдача от чиновника, который какие-то вопросы почему-то решил положить в долгий ящик. 4941 наказ в 122-м избирательном округе уже реализован. Так, приняты меры по ускорению процесса передачи в муниципальную собственность стадиона в Жаворонках. Установлен пандус для ребенка-инвалида в Звенигороде. Закрыт проезд для мототехники в лесную зону и не только. Слова благодарности депутату Госдумы прозвучали и в ходе отчета. Я была свидетелем случайным, как вы поддержали национальную организацию «Ника». Она не коммерческая, она не зарабатывает деньги, она воспитывает детей, рассказывает им о гражданской войне, о войне. Вот сейчас 1812 года будет юбилей этой даты. И вы помогли им через нашу торговую палату получить офис. Огромное спасибо. За эти несколько месяцев с момента избрания было сделано немало, но многое еще только предстоит сделать. Денис Майданов подчеркивает, для него не существует неважных вопросов, ведь он сам житель Одинцовского округа. Для меня вопрос инфраструктуры, дорог, ЖКХ или любых других вопросов, связанных с нашим округом, он имеет большое значение, потому что я здесь живу. И я хочу быть ответственным перед людьми, которых я представляю. Денис Майданов по-прежнему открыт для общения с жителями. Обратиться к депутату Госдумы можно в рамках региональных недель через общественную приемную или социальные сети. Евгения Августина, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова». Редактор